Отже, до ефіру телеканалу «Репортер» приєднується доктор економічних наук, наш друг, наш експерт, відомий Сергій Олексійович Кубовський. Отже, всіх нас, Сергій Олексійович, зараз цікавлять кілька важливих питань, але до вас, до економіста, перше питання буде таке. Чи працюють ці санкції, які країни Заходу, Євросоюзу, Америка накладають на країну-агресора? Чи близький економічний крах Росії? Добрый день. Санкции работают. Санкции работают. Чувствуется, что наши партнеры на Западе, это прежде всего Соединенные Штаты Америки, хорошо подготовились к данной ситуации. Думаю, что в какой-то степени они приложили даже руку к тому, что сделала Россия, потому что видно, что опять-таки они подготовили действенные санкции. С другой стороны, я думаю, что какую-то информацию они сознательно сообщали России с тем, чтобы она пошла на столь непродуманный, глупый, безрассудный шаг, как вот такая полномасштабная война против Украины. Это первое. Но санкции продуманы таким образом, чтобы максимальную прибыль получили Соединенные Штаты Америки. И о том, что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером нефтепродуктов, по темпам прироста чистого экспорта сжиженного газа Соединенные Штаты занимают первое место в мире. И вот санкции – это прежде всего отказ от покупки российского газа, нефти со стороны Соединенных Штатов Америки, потом уход ведущих платежных систем Visa, MasterCard из России и частично заморозка валютных резервов Российской Федерации, а также отключение части банков от SWIFT, они сыграли свою роль. Теперь Россия будет получать, наверное, раза в два меньше денег от экспорта нефти и газа, чем до агрессии. Плюс началась паника в России, и это привело к достаточно сильной девальвации рубля. Я думаю, что в целом это будет процентов 100. Суммарно уменьшились объемы безналичных расчетов, потому что карточки они сейчас ведущих платежных систем не принимают. Также были введены серьезные ограничения на импорт России высокотехнологичной продукции, поэтому вот многие российские производства они остановились, в частности, вот АвтоВАЗ, который собирает вроде как российские автомобили, но без электроники. И за пределами России они не могут работать. Также авиакомпании, авиапроизводители нанесли серьезный удар по России. Boeing, Airbus, они прекратили техническое обслуживание своих самолетов. Чтобы вы понимали, даже для внутренних перевозок в России задействовано из суммарного количества всех самолетов 90% это Boeing и Airbus. То есть только 10% приходится на российские самолеты, которые, я думаю, что вряд ли смогут производить тех же объемов, потому что, опять-таки, электроника частично на импорт. Поэтому здесь все продумано, это уже сработало. Через какое-то время люди отойдут от пропаганды якобы победоносной войны России в Украине, и они непосредственно поймут, что нынешняя российская власть она нанесла удар прежде всего по России. Но это не означает, что Россия в ближайшее время развалится, к сожалению. Это не означает, что Россия в военном плане станет слабее. То есть Россия идет по пути Ирана. Иран также много сделал ошибок в прошлом. Были наложены приблизительно такие же санкции, как на Россию. Но Иран до сих пор существует, до сих пор Иран обладает достаточно боеспособной армией. Да, уровень жизни в Иране намного ниже, чем в той же Саудовской Аравии, которая является экспортером
нефти Кувейта, Эмиратах и так далее. То есть уровень жизни в России, ну, я думаю, что проценты на 30-40 снизится там, в течение ближайшего года. И он останется на таком же уровне в течение следующих лет. Но как Иран справился с санкциями и остался государством, так и Россия, скорее всего, останется такой же мощной в военном плане, но значительно более слабой в экономическом, финансовом плане, чем было раньше. Мы багато чуємо про так звану націоналізацію. Ну, наприклад, тієї ж цивільної авіації, коли уряд країни-агресора запропонував не повертати нічого, а залишити тут. Деякі експерти почали говорити, що це крадіжка, іншими словами. А що насправді під собою мається, розшифруйте термін націоналізації, яка зараз має бути в Росії? Ну, націоналізація проходить і в Україні. Наскільки я знаю, прийнято рішення по націоналізації російських активів в Україні. Возможно, опять-таки подчеркну, возможно, то же самое будет сделано в России. Если в Украине реально это уже практически процесс закончен, в России об этом говорят. И в большей степени это пропаганда, рассчитанная на российское население, потому что россияне, конечно, в шоке, уходят ведущие производители из России, ассортимент товаров уменьшается и будет уменьшаться далее, но в ответ им говорят о том, что ну ничего страшного, мы заберем их ценные активы и сможем сами производить то, что они делали раньше. Ну, если говорить про авиастроение, то тут это в принципе невозможно, потому что технологии производства Боингов и Эйрбасов в России никто не передавал, и они даже не производились, поэтому, конечно, можно будет разобраться в чем-то и, может быть, где-то там пытаться эти самолеты поддерживать в нормальном техническом состоянии российскими техниками. Но это будет связано с огромным риском, потому что, опять же таки, всех технологий, которые использованы в производстве и эксплуатации данных самолетов, в России нет и не будет. Поэтому здесь каждый россиянин будет понимать, что у нас риск есть, что этот Airbus, который уже контролируется чисто российскими техниками, он может в какой-то момент и не долететь до пункта назначения. Это первое. Теперь по поводу автомобильных заводов и там, заводов, которые производят бытовую технику. Значит, есть ряд стран, которые сохранили хорошие отношения с Россией. Ну, это, прежде всего, Китай. Китай вот, и США – это две страны, которые максимально выиграли от войны. И Китай, наверное, даже больше выиграл, чем от войны России и Украины. Китай еще даже больше выиграл. Почему? Потому что Китай не ввел никакие санкции по отношению к России. И вот та нефть, тот газ, который шел в США из России, он наверняка придет в Китай. Россияне рассчитывают, что вот на тех заводах, которые они национализируют, начнут работать китайские компании. Ну, прежде всего, китайские компании, потому что Китай выпускает автомобили, Китай, в общем-то, выпускает все. Но я уверен, что если эти активы будут национализированы в России, то китайские компании не зайдут на эти предприятия. Почему? Потому что, конечно, рынок в России для них важен, но для них значительно более важным является сотрудничество с Европой и в США, из США. Поэтому, если вдруг это будет национализация, то есть, как вы правильно сказали, это будет воровство, то есть кража чужих активов, то и те инвесторы, которые могли бы возродить схожее производство на этих заводах, в первую очередь на Китае, также Индия сохранила нормальные отношения с Россией, Турция максимально выиграла, потому что, несмотря на то, что она поставляет боевые летательные аппараты Украины, она является, в общем-то, одной из семи стран, которая согласилась использовать российскую систему платежную МИР. Ну и, в общем-то, сейчас Турция стала, наверное, главным хабом транспорта для России, потому что попасть в Европу они могут, в общем-то, только через Турцию. Здесь, конечно, Турция выиграет. Ну и турецкие компании, китайские, они не зайдут на российские предприятия, которые национализированы, которые были
которые забрали у иностранных компаний, потому что в ответ они получат санкции с ЕС и США. Поэтому вот эта национализация, она обречена на то, что она не принесет большой выгоды российской экономике, но вот имиджево будет считаться, что да, вот мы забрали у них, и вот видите, мы не только в Украине якобы побеждаем, но мы еще и собственность американскую, европейскую забрали в России. С точки зрения экономики, скорее всего, это никакого положительного эффекта не даст. Ми говоримо про те, що, можливо, країни Заходу і Америка в тому числі не так допомагають Україні, як би нам хотілося з точки зору озброєння. Але я і мої колеги-журналісти теж деякі вважають, що потрібно ворога ослаблювати саме економічно. Ну, ми бачимо на цих санкціях, і ви підтверджуєте це, і взагалі, як би ми це бачимо. І таке питання, чи... є ще механізми і далі санкційно бити по Росії у теж Українзаходу? Чи майже все вичерпано і ось так от, як воно є, так воно і буде? Ну, знаєте, ми дуже сильно обіжені на США і на Європу, тому що, якщо б не вони, нової війни б не було. Якщо б Сполучені Штати не почали евакуювати своїх військовослужащих, которые помогали и достаточно неплохо помогли украинской армии, потому что действительно мы часто очень эффективно используем американское вооружение, оно помогает нам защищать страну. Но перед самой агрессией были вывезены все американские инструктора. Со стороны Великобритании была же такая ситуация. Если бы наоборот США поступили так, как они поступают в других странах мира, причем даже в тех случаях, когда страны не являются членами НАТО, да, когда они, вот, например, для защиты американцев вводят контингенты, и это было бы совершенно справедливо. Вот, например, на каких основаниях американские войска находятся в Сирии? Их просили об этом официально? Не просили. А Украина, украинский президент обращался к ним. Пожалуйста, введите пару тысяч американских морских пехотинцев. Просто для защиты, например, посольства своего в Киеве, для защиты тех же американских инструкторов, граждан США. Да? И это было с точки зрения международного права абсолютно законно. Да? Они вывели, да, демонстративно заявили при этом России. Да? За несколько дней до новой агрессии России было заявлено, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт. Более того, сейчас некоторые страны НАТО, которые дружественно к нам относятся, например, та же Польша, не готовы передать нам достаточно боеспособную технику, самолеты, на которых умеют летать украинские летчики. И украинские летчики уже показали свое мастерство, героизм, защищая Украину. Да, но при этом Польша понимает, что она может оказаться на месте Украины, понимает, что Соединенные Штаты, скорее всего, поступят с Польшей так же, как с Украиной. Хоть там есть американские военнослужащие, но большой вопрос, да, будут ли они участвовать, если Россия нападет на Польшу. И она попросила мелочь, да, Соединенных Штатов. Пожалуйста, мы вам передаем наши самолеты, мы их переводим на базу американскую, Германии. И вы потом самолеты, да, вот вы же поставляете противотанковое оружие, зенитные установки. Вы, американцы, поставите эти самолеты в Украину. Что ответили Соединенные Штаты? Нет. Да, поэтому, знаете, нас Украину использовали. Знаете, иногда там, когда охотятся на тигра, то могут там какого-то зверя послабее, ну, где-то там привязать, чтобы он блеял, чтобы тигр набросился на него, ну и, соответственно, потом погиб. Так вот, к сожалению, еще раз я подчеркиваю, было сделано все, чтобы Россия понимала, в военном плане Украина останется один на один с Россией. Они просчитались, они думали, что вот имея огромное преимущество в военной силе, они достаточно легко победят Украину. А тут уже героизм украинских защитников, он действительно поразил все страны мира. Поразил Европу. И чем нам ответила Европа? Президент Украины подал заявку на вступление в Европейский Союз. Вчера ночью прошел саммит руководителей стран ЕС. Знаете, что они ответили Украине по поводу
вступления в Европейский Союз. Они ничего не ответили. Не сказали, да, вы стараетесь, мы будем смотреть на ситуацию и потом будем думать, можете ли вы или не можете. То есть даже статья о вступлении Украины в ЕС, при том, что реально сейчас Украина защищает Европейский Союз от российской агрессии, потому что, как я уже говорил, на месте Украины следующий может быть Польша либо страны Прибалтики. Да? Нам не сказали, да, да, мы вас поддержим, потому что вы заслужили быть частью Европы, защищая свою страну. То есть население стран Европы оказывает огромную поддержку Украине, а вот официальные лица заявляют, что, ну, вот знаете, вы, конечно, молодцы, но будем думать, брать вас в Европу либо не брать. Дальше, помощь. Знаете, я был просто шокирован решением Международного валютного фонда 2 дня назад о выделении Украине экстренного финансирования в размере 1 400 000 000 долларов. Чтобы вы понимали, в августе 2021 года, когда не было никакой войны, за счет увеличения квоты Украины мы получили 2 миллиарда 700 миллионов. На август 2021 года, 30-летие независимости, все хорошо, мы получаем почти 3 миллиарда. Сейчас, когда разрушено очень много, когда огромные деньги идут на финансирование армии, нам МВФ выделяет в 2 раза меньше. Вот как, Виталий, это... Как к этому отнестись, да, когда нам действительно нужны деньги, нам нужна помощь. Поэтому здесь очень сильная обида. И, в принципе, или тоже вопрос о закрытии украинского неба. Да? В общем-то, этот вопрос решается. Решается очень легко. Очень легко. Опять-таки, совершенно законно, потому что есть законная власть в Украине. Она имеет право попросить о помощи. И в рамках международного права совершенно законно поставили здесь систему ПВО. Я не говорю, что над всей Украиной, но, например, там, над атомными электростанциями, над жилыми районами. Да? То есть речь о том, чтобы хоть где-то мы почувствовали, что нас готовы защищать. При этом, насколько я знаю, есть огромное количество желающих на Западе военнослужащих помочь Украине. Что говорят? Только добровольцы. Никто из армии США не имеет права помогать Украине. Воевать за Украину. Да, вот если человек как бы свободен, да, в США не запрещает ему приехать в Украину. Поэтому это, знаете, такая позиция. Вы воюете, а мы будем с помощью санкций воевать с Россией. Я вам уже сказал, эффект от санкций есть, но он будет долгосрочный. И на примере Ирана, вот если у страны есть ресурсы, как в России, у них, к сожалению, есть. У них есть нефть, газ. Европейский Союз не отказался от покупки российской нефти и газа. Есть такие страны, как Германия, как Венгрия, которые уже начали очень хорошо зарабатывать, получая прямые поставки газа из России. Причем там цена где-то $500. А сейчас на биржах Европы газ стоит $3000. То есть представляете, сколько венгры и немцы заработают на российском газе? Да? Сколько процентов? Можно себе представить, да? 600%. И вот они от этого заработка не отказались. Не отказались. И этот их заработок, а Россия получает $500, да? То есть что-то получает. Этот заработок немцев. И какая-то часть пойдет России, она позволит России существовать. Поэтому новые санкции кардинально ситуацию не поменяют. Как я уже говорил, Россия станет похожа на Иран, но она может в таком состоянии находиться достаточно долго. Если вдруг внутри не произойдут какие-то вот изменения, может быть, там сместят нынешнего президента России, это возможно, поэтому говорят, что он так боится, то есть он не боится там, НАТО, не боится иностранных спецслужб, он боится собственного окружения, собственных олигархов, которые пострадали очень сильно. То есть такой вариант не исключается, но я бы не давал гарантию, что внутри России произойдет переворот и Путин уйдет от власти. То есть ну, это все-таки менее вероятно, хотя шансы есть. Я не те, що я там адвокат там країн там Європи, Америки,
ну, насамперед, все ж таки Європи, вони розуміють і добре розуміють, що напроти їх це людина, ну, це відверто кажучи, хвора людина, у якої є ядерна зброя, якому нема чого втрачати, якому плювати на населення та не тільки там України, чи умовної Польщі, Словаччини, там Литви, а й на власне населення. Йому плювати на це повністю. І якщо там хтось щось там, пару літаків там пролетять, все, загроза. І я дійсно розумію людей, не дивлячись на те, що знаходжусь там в країні, яка потерпає від війни, а я намагаюся все ж таки розуміти їх логіку з небезпечним, розлющеним, психічно хворим диктатором зв'язку ніхто не хоче мати. Ось я так бачу цю ситуацію. Так, звичайно, десь ми от така біда є у нас на країні Заходу. Я теж це розумію і підтримую такі настрій не активно, але підтримую, розумію. Але я розумію думку також. Помагають чи можуть, ну і дякую на цьому. Але ми ж розуміємо, що ворог спільний. І вони не хочуть на один метр ближче до нього наближатися. Така моя думка. Ну, Віталій, розумієте, от ви ж мужчина, да? От ви представляєте, ви йдете по вулиці з своїм другом, так. І йдуть хулігани, да, які нападають на нього. Да? Ви можете теж как бы, підтримувати його словами, а можете, ну, от це дружба. Да? Так. Це дружба. Понимаете, когда своих военнослужащих, ведь ну, можно же было по-другому отреагировать, они точно надо было наносить удары по России, но в принципе, добровольцы из армии США, я думаю, что многие бы остались, многие сейчас готовы, да, то есть, а им запрещено, то есть, понимаете, те же системы Patriot. Вы помните, была война в заливе еще в 90-м году, когда Саддам Хусейн обстреливал Израиль, у них уже тогда были системы Patriot. Почему у нас нет ни одной такой системы? Скажите, пожалуйста, почему Израилю тогда можно было помогать, а нам нет? Ну, понимаете, то есть ракетные системы более современные, чем то, что нам поставляют. И джавелины – это не самое последнее слово военной техники. И те зенитные системы, которые нам поставляют, они эффективны, но это не те системы, как, например, Патриот, понимаете? То есть можно было даже не воюя с Россией, все-таки вот последние образцы вооружения более эффективны. Вот эти Патриоты, они, понимаете, могут и на территории России сбивать самолет, да, если бы они были в Украине. То есть мы были бы более защищены, а мы ни одной системы не получили. То есть как будто дружба такая вот, она все-таки с большими ограничениями. Ну, тому з цієї сторони в нашу сторону. Ну, і тому я б назвав це більше дружбою, це такі партнерські відносини. Я розумію президента Зеленського, який має дотримуватися всіх дипломатичних норм. Він не тільки там просить, вимагає, він перш за все дякує. Це правильна риторика, тому що зараз істерика, вона ніяк не допоможе в цій ситуації. Тому ось поки така ситуація. Сергій Олексійович, я дякую за те, що ми поспілкувалися щодо економіки сусідньої країни, різні прогнози. За кілька днів я пропоную зв'язатися і подивитися на економіку нашої країни з урахуванням тієї допомоги з різних фондів, з різних організацій. Я бачу, що там той мільйон, той мільярд там затвердили. І давайте якось в подробностях, деталях розберемо, на що підуть ці суми і коли вони саме підуть. Тому що там то Сенат, то парламент, то якась організація, грошей багато, але втрати, коли 50% підприємств зупинилося, коли економіка потерпає і ці гроші дійсно знадобляться, як це буде все працювати, от за кілька днів давайте десь понеділок-вівторок поговоримо про це. Я пропоную такий план розмови. Дякую Сергію на зв'язку. Сергій Якубовський був в ефірі репортером. На все добре, Сергію.